Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня». И сейчас мы с вами заправим нить в вязальную машину Нева 5. Берем нить. Начинаем с того, что заправляем ее в нити-направитель снизу. Я показываю на одном комплекте. Если у вас три комплекта направителей, натяжителей, вы одеваете на машину все три и по очереди заправляете их аналогичным образом. Итак, заправили нить в нити-направитель. И теперь начинаем одевать ее в нити натяжитель. Сейчас смотрим ближе. Продеваем снизу в отверстие. Дальше компенсатор между тарелочками. На нити направителе есть петелька, в которую мы одеваем нитку. Вот так эта конструкция теперь вытягивается. Под компенсатором сам компенсатор и петелька сверху. Теперь вот этот кончик нити мы спокойно одеваем в верхнюю часть уса. Все. И открываем ограничитель, вставляем нити направитель, закрываем ограничитель. На машине с краю есть зажим. На любой машинке зажали нить. И теперь мы спокойно можем начать вязание. Машина готова вязать. Наша задача отрегулировать компенсатор таким образом, чтобы он не давал нитке вот так вот расходиться, то есть чтобы она не болталась, и в то же время, чтобы она равномерно натягивалась. Как это делать, есть отдельное видео. Я показываю, как отрегулировать тарелочки компенсаторов. Смотрите, пожалуйста, мои видео. Делитесь с друзьями, нажимайте кнопочку «Нравится». И до встречи на сайте «Изба вязальня». Если вам понравилось, вы можете посмотреть и другие узоры. Просто нажмите на нужную картинку. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И нажмите кнопочку «Нравится». Поделитесь с друзьями.